Это охотник. А это жертва. Вы, ребята, власть в стране хотели захватить. Ой. Непростой. Нравится мне наша Матахари. Ты же вроде с ней заигрывал. Ну, говорим мы одно, а думаем другое. Неискренний. И как вас там? Предлагаю сделку. Если отпустите, денег дам. Много? Будете купаться в долларах и евро до глубокой старости. Не бедный. Вы, конечно, опять кого-то убили. Неунывающий. Слушайте, вы бы легкий-то свой поберегли, а? Фух, а то, боюсь, нам с вами еще придется побегать. Неутомимый. Да это Холокост! Непобедимый. Господи, расслабьтесь вы уже. Что может сделать раненый интеллигентный еврей? Да все, что угодно. Олигархи отомстят с 23 октября.